Так, возникли у меня проблемы с мотором. Поэтому решил поставить обычное колесо. Для этого купил обод. Обод тоже обычный. Вот. Первым делом что делаем? Находим шов. Вот здесь. И чтобы у нас продлить срок службы колодки, надо этот шов наждачкой отполировать. Что мы спокойненько сделаем. Но реально становится гладкой поверхность. Вот, четкая такая. И просто реально колодки будут служить дольше. Затем необходимо надеть подную ленту. Находим здесь дырочку для ниппеля. Вот она. Угу. Так, здесь где дырка для ниппеля. Это надо сделать в первую очередь. Мне было найти сначала. Вот. Да. Вставляем. Так. В принципе, это делается очень легко. Ну, так как она лента, она немножко напряг. Все, надела. Все, пожалуйста. Все. Следующим этапом надо обязательно пропылесосить внутри покрышки. Потому что там всякие песчинки попадают, мусор. И со временем протрет камеру. Короче, придется чаще менять. Здесь я уже пропылесосил. Это покрышки у меня уже 4-й год она служит. 4-й сезон ездит зимний. А здесь появились трещины. Вот, и они цепляют камеру. Да, камеру. И камера со временем тоже она зажимается, протирается. Поэтому я приобрел тоже ленту такую. Против проколов. Такая вот она. Ну и купил ее в Алиэкспрессе. Лента довольно ее не то что проблематично, но она вылазит. Если из покрышки пока ее суешь. Так, аккуратненько ее вставляю сюда. Я не могу ракурс настроить никак. У меня штатива нет. Штатива заказал. Тут для таких съемок я не знаю как. Короче, вот. Таким образом, на пол. В принципе, объяснять, как вставлять ленту, я думаю, смысла-то особого нет. Но каждый справится. И внимательно, чтобы туда не попала никакая грязь. Все. Вот, лента вошла. У меня чудесная камера. Сегодня я ее приобрел. Так. Так, находим на обуви тесто для ниппеля. Вот, пожалуйста, все. Кстати, удобно вошла. На тех обычно у меня колеса тут двойной, я об одной ленте. Это. Заводим колесо за один этот торец. Вот так. В принципе, это легко тоже. Поменять камеру вообще занимает 15 минут всего. 20 минут. Чем больше опыт, тем быстрее. Следующие большие. С их помощью. Сейчас все заведем. Так, как там видно. Она попала сюда. Все, вывел.
туда заводим, ну, без разницы. Так. Еще, пожалуйста. Включим разбортировки. Все, не очень удобно, но тут эта железная штучка. Значит, второй пожарный, и все будет просто. Главное нигде не зажать камеру. Камера у меня убрались, теперь надо запихнуть камеру. Теперь надо запихать туда камеру. Камеру проверяем, чтобы не было никаких песочка никакого не было. У меня на балконе не очень чисто. Так, ну, в принципе, реально она плотная, не зря заплатил. 100 рублей стоило. Так, дальше все элементарно. Это мы с вами делать на полу. Заводим туда. Если есть ошибка, мне пишите. Буду рад поучиться делать это лучше. Все. Ну, я первоначально делаю без монтировочных, без бортовых ключей. Так. Главное, чтобы не заживать. Это. Аккуратно с камерой, чтобы она не прикусить ее. Все, дальше в помощь пойдут ключи. Вот с ключами осторожно, нельзя их до конца пихать, что будет так называемый змеиный укус. Да, там две дырки получается, прижимается камера. Все, немножко подкачал, чтобы пожахать надо, чтобы встала на место камера. Ну и так, это одно. Второе. Сейчас покажу. Так, его делаем. Проминаем. Очень важно, кстати. Мне кажется, что это мелочь. Но по опыту. Далее. Вот здесь смотрим, чтобы не было. Не выпирало, потому что бывает, камера она как-то проскакивает. Здесь получается волдыри. Тогда невозможно кататься-то особенно. Так. Колесо на месте. Теперь надо его затянуть. Ну, только нельзя затягивать. Ну, где второй ключ? Так. Чтобы его вставить под немножко, надо его подспустить. В смысле, у меня просто такие тормозные колодки, вот такие тормоза. Можно, в принципе, просто пружинку стегнуть. Оп. Так. Все, с одной стороны сделал. Надо ровно взять со другой стороны. Если правильно стоит колесо, оно должно крутиться, потом с инверсией. Сейчас. Иду до конца и обратно. Вот так примите. В принципе, все. Все. О! Это означает, что колесо правильно пошло. Все, можно кататься. Так, что там здесь? Или казалось, что выпирает. То есть вулкан. В принципе, нет, показалось. Оно спущено сейчас.